Ни для кого не секрет, что передвижение по нашему городу зачастую превращается в настоящий квест. К примеру, в поселке Юбилейном имеется вот такая экстремальная лестница. Поэтому открытый канал прямо сейчас проведет эксперимент. Попробуем вместе с саратовцами преодолеть препятствие с коляской. По ступенькам, мне кажется, удобнее будет. Давайте попробуем, я не знаю. Нет, я не рискну. Ну, ребенка здесь нет у нас. Ну, вообще, так вот, ну, я понимаю, но так по логике ребенка убьем, правильно? Не хотите попробовать? У нас пустая коляска, то есть без спасибо, нет. Я не могу. Кто ж меня с сыном будет, если я сейчас там разобьюсь? Попробуйте, поможете нам? Попробуй. Как это вообще происходит на этой лестнице? А в чем самая большая сложность заключается? Потому что по ступенькам, тем более на спуск, очень тяжело. Ну вот, пожалуйста, вот так и Макаров. О, боже, да. Нет, наверное, вот по пандусу точно не получится, если только не... Но с ребенком это будет еще тяжелее. А учитывая, что он не почищен, практически невозможно. Как правило, еще мамочки, они же нагрузят целую коляску там вещей. То есть это она не такая легкая становится. Правильно же? Правильно. Вот. Поймите, простую вещь. Для подъема колясок придумали пандус. Логично? На самом деле, это, можно сказать, нереально. Нереально. А если задом попробовать? Если задом? Ну, вообще, можно, но при этом надо иметь очень сильные руки. И на каблуках это крайне неудобно. А если там еще, представим, лежит ребенок? Это нереально. Вдвоем надо поднимать. Оттуда и отсюда брать руку. Ага. Вот таким путем, другого нет. Ни одна девушка так и не решилась спустить коляску вниз. Поэтому роль молодой мамы я возьму на себя и попробую воспользоваться предназначенным для таких целей пандусом. Ну что ж, дозу адреналина я получила, но будь коляска не пустая, а с ребенком я бы наотрез отказалась от этой идеи. На этом открытый канал не собирается останавливаться. Мы готовы продолжать эксперименты. Если у вас есть тема для проверки, мы приедем и собственными руками и ногами опробуем все прелести саратовского городского пространства. Валерия Павелко, Сергей Пшеничников, открытый канал.